Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Традиції античності в поєднанні із сучасною творчістю у Дніпрі. Сьогодні відкривається нова виставка місцевої художниці. Сьогодні вона завітала до нас у студії. Я рада вітати Анастасія Цюбко. Анастасія, ще раз вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, за виставку, які роботи на ній будуть представлені, яка взагалі історія формування цієї виставки, як ви прийшли до того, що сьогодні у вас персональна виставка як художниці? Здравствуйте, я очень рада, что я здесь, и очень рада говорить об этом всем, потому что на самом деле выставка для меня очень важная и знаковая в какой-то степени, потому что это моя первая персональная выставка. До этого я только участвовала с другими художниками. А формировалась она на самом деле, как и все, наверное, в жизни художника, под действием чувств и на эмоциях, и мне случайно попалась картинка, на которой была изображена античная скульптура, и она была надбита, на ней были некоторые сколы, у нее не было части носа, и меня как-то это очень вдохновило, потому что я поняла, что она все равно прекрасна, несмотря на свои видимые недостатки. И под действием вот этих чувств и эмоций я, в общем-то, решила, что нужно, наверное, об этом сказать больше и сделать серию, сделать их большими, чтобы это, в общем-то, было видно издалека, скажем так. В каком жанре представлены работы? Что это будет? Работы, наверное, скорее всего, если говорить о жанре, то это больше реализм. Они сделаны углем на бумаге, и в общем, это достаточно классика рисунка, ничего вот там сверхъестественного. К современному искусству вот в плане это не очень сильно относится. Больше вот все рисовалось по классике. Но акцент был сделан на то, что, как ни странно, работая углем, я заметила, что свет, который остается, белая бумага, которая остается, она начинает светиться из-за того, что очень темный фон вокруг и очень много такого крайнего контраста, очень черного. И из-за этого все белые места, которые остаются, они прям как излучают свет. И на этом я хотела сделать акцент. Поэтому чисто технически больше там никаких нету современных приемов. Ви сказали от з приводу сучасного мистецтва. Є взагалі якісь от митці, на яких ви опираєтесь, на яких ви дивитесь і, можливо, знову ж таки надихаєтесь їхніми роботами або ставите їх собі за приклад? У мене є дуже багато любимих художників, звісно ж, і я в основному вдохновляюсь імпресіоністами. При цьому я взагалі я художник-акварелист. И маслом я пишу очень редко, и даже углем я рисую тоже очень редко. Просто здесь это вот как-то все сошлось. Я очень люблю Яна Вермеера. Для меня это совершенно другой мир, он совершенно космический. Это как такой взгляд в прошлое. Ну и из современных мне очень нравится Бато Дугаржаков. Его мало кто знает, но он как раз пишет, настолько прекрасно пишет свет в своих работах, что просто не вдохновиться этим невозможно. Розкажіть взагалі про свій шлях як шлях митця. Ми розуміємо, що сьогодні для вас така знакова подія, перша своя персональна виставка. Як все починалося? Як ви вирішили, що от саме художник – це та професія, у якій ви б хотіли розвиватися і ставати краще? Ви знаєте, у мене на самом деле не особо как-то много было выбора, потому что это все решилось у меня еще в детстве. Я люблю рассказывать эту историю друзьям, что я когда была маленькая, у меня было, в общем-то, два каких-то пути, которые я хотела выбрать. Я хотела стать или волшебником, или художником. В общем, с одним, наверное, было бы сложнее, а вот художник как-то у меня осталось навсегда. То есть это решение какое-то у меня принято было уже в детстве, и дальше оно просто даже не оспаривалось. Просто я что-то там себе рисовала постоянно, я всегда помню себя такой. И когда там мне нужно было поступать, выбирать вуз, то у меня даже не было никаких других вариантов, то есть только вот эта дорога. Поэтому я этим занимаюсь всю жизнь, это для меня самая естественная вещь.
Повертаючись до жанрів, ми розуміємо, що коли ви навчалися, то ви усі жанри, скажімо так, осваювали, з усіма знайомилися. Зараз ви говорите, що роботи представлені більш у реалізмі, у такому от стилі. А є взагалі якийсь жанр ваш улюблений, якому от більшість ваших робіт створена? Ну, как я уже говорила, я в основном пишу акварелью. И это тоже у меня классика акварели. Я восхищаюсь современным искусством, восхищаюсь импрессионизмом и вот этими всеми метаморфозами, которые они там невероятные вставляют в свои работы. Это все мастера своего дела, я так не умею, это однозначно. Я просто пишу то, что мне вот как-то близко к сердцу. Наверное, из самих жанров мне тоже безумно нравятся прерафаэлиты, они какие-то символичные. Мне очень нравится символизм, когда вот я могу писать какую-то деталь, я в основном пишу цветы. Цветы, птицы, руки — это как бы вот все, что имеет для меня какую-то символическую нагрузку. И, в общем-то, я не так делаю акцент на том, как экспрессивно это написано, там, да, или подробно я выписываю каждые детали. Мне важно, чтобы человек чувствовал какой-то посыл от этого. То есть, чтобы он подходил к работе, и у него возникали какие-то чувства, фанило что-то от нее. Ну и я безумно надеюсь, что сегодня тоже все получится, и что посыл будет ясный, четкий и хорошо прочитан. Ми потім під кінець ще анонсуємо, де саме відбуватиметься виставка, щоб наші глядачі засвоїли цю інформацію. Хочу от поговорити саме про мистецтво більш глобально. Сьогодні от сучасне мистецтво, як ви, не знаю, погодитесь зі мною чи ні, багато хто говорить, що воно вбиває академічну школу, і зараз неважливо чим та як, важливо що, подача, форма, якась ідея. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою, і чи дійсно це взагалі так? Ви знаєте, это замечательный вопрос, я очень рада, что вы его задали, потому что на самом деле я считаю, что не нужно выбирать. То есть можно восхищаться и академизмом, можно также восхищаться современной живописью. Искусство, оно не заставляет нас делать выбор, это просто наша привычка. Вот мы куда-то заходим и делим сразу все на то, что нам нравится или не нравится. А современное искусство или классика живописи, она предлагает вам все свои прелести. Пожалуйста, пользуйтесь, вдохновляйтесь всем подряд. Поэтому я не считаю, что современная живопись убивает что-то. Я считаю, что просто есть какие-то новые жанры, новые течения. Так же, как появился импрессионизм в свое время, он в какой-то степени, он очень сильно там много поломал таких традиций, устоев, которые были гораздо более значимыми, чем сейчас. Тогда живопись — это было какое-то огромное дело, большое и очень сильно ценилось, элитарное. И тут пришли импрессионисты и начали делать что-то такое невообразимое с этим миром. Они начали как-то бунтовать против всего и так далее. Но, тем не менее, классическая школа никуда не делась после этого, она осталась, просто она немножко сместилась со своего пьедестала, и рядом с ними стали другие художники, не менее замечательные. Поэтому с современным искусством все точно так же. Современное искусство говорит с нами, это диалог, это, знаете, аналог тестов Роршаха. Вы видите там то, что у вас есть. Потому что само пятно, оно может быть абстрактно, оно ничего не значит на самом деле. То есть я, если это пятно сделаю, я буду думать о чем-то, определенная эмоция, какой-то цвет или какой-то человек, какое-то событие в моей жизни. А зритель, который это увидит, может увидеть совершенно что-то другое. И это все классно, все замечательно. Поэтому... А таке от трішки філософське запитання. Як ви вважаєте, що будуть говорити про сучасне мистецтво через багато-багато років? Ну там, давайте візьмемо 50-100. Вы знаете, ну, обычно искусство очень любит проверку временем. Есть очень много таких темных шуток на этот счет. Но я думаю, что современное искусство, оно будет становиться только актуальнее со временем, как любое искусство. Потому что гораздо легче гения признавать, когда его уже нет на этой земле. То есть это печальный факт. То есть поэтому очень многие и художники, не только художники, очень многие и даже ученые, то есть оставались при жизни практически невостребованными и невидимыми, а после смерти там это все превратилось в какое-то глобальное большое дело, тот же Тесла. Поэтому
через 100 лет я уверена, что те, кто сейчас вот выставляется вот в современных каких-то галереях и пишут вот эти какие-то абстракции, пятна и так далее, и даже тот же, те же Бэнкси, это все будет каким-то большим событием, гораздо большим даже, чем сейчас, на мой взгляд. Що ж, повертаючись до вашої виставки, скажіть, будь ласка, чи буде на ній представлена, можливо, якась робота, яка особливо вам більш за всіх припала до душі? Можливо, в неї є якась особлива історія, або вона взагалі вам чимось от таким подобається, на яку, то, можливо, наші глядачі потім звернуть теж більш таку пильну увагу? Ви знаєте, мабуть, конкретно в цій виставці мені дорог кожен її елемент, і конкретного якогось одного образу там, скорее всего, нет, потому что для меня был важен общий посыл. Мне очень хотелось, чтобы моя мысль была читаема в масштабе, не в каких-то отдельных деталях, потому что работы все, они будут очень похожи между собой. И поэтому я хочу, чтобы они говорили об одном и том же, поэтому я старалась сохранить эту эмоцию вот, через все время, когда, пока я работала над ними. Поэтому какой-то конкретной вот работы, которая мне лично больше всего нравится, там на этой выставке не будет. Они все мне очень нравятся. А скільки взагалі у вас часу йде на виконання картини, на виконання якоїсь роботи? І з приводу, можливо, продажу, взагалі ви продаєте картини? І чи наскільки це складно зробити сьогодні, коли дійсно є дуже багато митців, дуже багато поціновувачів мистецтва? Наскільки це сьогодні важко? Насчет продажи, да, я, конечно же, продаю свои работы, но это для меня лично это очень сложно, потому что это для меня разные сферы совершенно, и я вкладываю всю себя в, непосредственно в сами работы. По длительности это может быть очень разное время, это может быть неделя работы, это может быть несколько месяцев. Все очень зависит от настроения, от, ну, как бы это банально ни звучало, но вдохновение даже здесь тоже имеет место, и как бы тоже это играет роль. А насчет продаж, самое сложное в этом всем, что рынок искусства, он ни на что не опирается, нету каких-то, ну, если это не, да, там, если это не какая-то уже классика или антиквариат, то нету каких-то цен, которые бы вот четко определяли какой-то ценовой диапазон. Сколько скажешь, все твое. Там люди могут называть какие-то космические суммы, не факт, что это продастся за эти деньги. А может и продастся, то есть тут все вот очень, очень зыбко на самом деле. Все, наверное, зависит от вот этой внутренней какой-то уверенности, может быть, какой-то коммерческой жилки. Я, к сожалению, ей не обладаю. Мне крайне сложно формировать цену, крайне сложно вообще говорить с людьми об этом. Поэтому... А є взагалі така, можливо, фішка, що коли ви малюєте картину, ви уявляєте, хто на неї буде дивитися, хто буде тією цільовою аудиторією? Чи все ж таки ви на щось інше спираєтесь під час процесу? Ви мені задали вопрос, який я, наверное, ще буду обдумувати після сьогоднішнього ефіру ще довго, тому що, наверное, це дуже правильна задача, поставлена самою собі. Я об этом не думаю. Когда я рисую, пишу все, что я делаю исключительно исходя из внутренних эмоций, исключительно прислушиваясь к самой себе. То есть я свой же зритель, поэтому мне сложно представить в этой роли кого-то еще. И если мне нравится то, что я вижу, то все, то для меня это хорошая картина, хорошее искусство. А обычно я мало задаюсь вопросом, как это кто будет оценивать. А якщо говорити безпосередньо про виставку, хто, на вашу думку, от та цільова аудиторія, про яку ми говоримо, кому точно варто її відвідати, подивитися і так далі? Я думаю, що якщо мені все вдасться, я дуже на це сподіваюся, то посил цих картин, цієї виставки буде знаком всем, кому знакомы какие-то тяжелые взаимоотношения с другими людьми. Это не обязательно какие-то чувственные, да, романтичные истории. Это могут быть просто тяжелые взаимоотношения, допустим, с близкими людьми, которые так или иначе оставляют в нас след. То есть мы со временем, когда мы становимся старше, у нас накапливаются какие-то истории, которые... возможно, в прошлом нас ранили, возможно, до сих пор в какой-то степени нас ранят. И те шрамы, которые на этих скульптурах я хотела изобразить, старалась сделать их такими видимыми,
моя четкая позиция, что они делают нас прекрасными. Наша история делает нас прекрасными. И весь тот какой-то опыт, который мог нам причинить какую-то боль в прошлом или в настоящем, он в том числе делает нас прекрасными, делает нас живыми. Поэтому мне кажется, что, ну, скорее всего, тех людей, которым это актуально, которые остро переживают такие сложные периоды в жизни, я думаю, это будет близко, мне так кажется. Це дійсно чудовий посил. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі представлено робіт і скільки у вас пішло часу на формування виставки? Це вообще смішна історія, тому що робіт буде 7. Но вообще их 8. Я сделала их 8, но всім сказала, що буде 7. І потім я прикинула место, сколько будет, они очень большие по размеру, и я поняла, что еще одна вообще никак туда не влазит, поэтому все-таки будет 7 работ, они очень большого размера. Я специально задумывала такие работы вот такого формата для этого места, потому что мне там очень нравится, я туда с удовольствием хожу, и я так присматривалась к этим стенам, и вот я сразу видела там что-то масштабное, что-то такое вот, ну, грандиозное, с таким замахом. Вот. Поэтому работ будет там 7. Очень больших. Складно было выбрать работу, яка не поместилась? Нет, как ни странно, у меня там была одна работа, которая как-то вот диссонировала совсем. Вот она как-то, мне очень она нравилась, но я понимаю, что, ну, что-то как-то, в общем, ну, она не очень сюда вписывается, но я подумала, нет, ну я же ее сделала, надо все-таки. В итоге, в общем, все решилось само по себе. Що ж, тоді пропоную анонсувати ще раз, коли відбудеться відкриття, скільки виставка триватиме, хто може її відвідати і як, будь ласка. Виставка буде сьогодні в кофейні «Флойд». Это на набережной, она, открытие будет в 18:30, и она будет длиться до 21 декабря, поэтому приходите, я буду очень рада. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про відкриття нової виставки нашої місцевої художниці Анастасії Цюбко. Сьогодні Анастасія нам розповідала про свої роботи, про свій шлях як митця. Я думаю, всі надихнулися цими розповідями, надихнулися розповідями про роботи, які будуть представлені на виставці. Тому обов'язково завітайте. Кафейня «Флойд». Традиція античності в поєднанні із сучасною творчістю. Звучить це дуже цікаво, тому я сподіваюся, що наші глядачі дійсно скористаються цією можливістю і до 21 грудня відвідають виставку. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!